Ты на Яре меня чуешь? Don't call me. Yeah, don't call me. Ти не наярюй мені, в мене давно інакша трубка. Нема сенсу спілкуватись, мене дуже болить будка. Я гроші вже потратив, що ти вчора заряджав. Не наярюй мені, не зрозумів, що я сказав. І забудь мої цифри, ти їх викинь з голови. Ще не раз тобі скажу, не наярюй ти мені, не до... Всем салют. Добрый день. Очередной прямой эфир, мой экстренный выход. Прямой эфир. Дудя смотрю с этой актрисой. Как, не помню. 3700. Ну, короче, я только что из отделения полиции. 3700 заявлений на меня подали зоозащитники. То есть, все бы ничего. То есть, для... Ну, короче, у них закончилась бумага и картриджи для ксерок, для принтера, потому что такой бумажной волокиты им никто не создавал на ровном месте. И из-за такой чепухи, из-за того, что повозились собаки. Вот, поэтому со шведом я вчера пытался встретиться с этим великим зоозащитником, не получилось, поэтому от него отстаньте уже, он не хочет со мной встречаться. И он мне пишет, что мои... Вообще, спасибо вам за поддержку, те, кто писал ему всякие гадости. Больше не надо, хватит. Он там уже вешается на стену от ваших выпадов. Вот. А завтра... Завтра же мы поедем? Завтра или послезавтра. Я буду жив, если, иншаллах, все будет хорошо, то я завтра доеду до Шереметьевского приюта, притона, как приют, приемника, короче, собачьего. Вот, привезу туда что-нибудь. Мы раньше помогали, просто сами. Мы помогали раньше, сестра все время раньше помогала, просто я, от меня это очень далеко, а сейчас, так как дороги свободные, можно долететь. Вот, так что завтра я сниму видео. Со Ромой Жиганом вроде поговорил, мы на мирную волну вышли с ним. Одна заноза в заднице осталась, это швед, но, блядь, я как-нибудь сам разберусь. Вот, а по поводу, хватит писать заявление и сюда писать, и мне по месту прописки писать, не надо. Вы ничем не сделаете никак лучше ни себе, ни мне, ни тем более сотрудникам, которые каждое, на каждое заявление им нужно ответить лично, перепечатать письменно. И вот я сейчас сидел, кто позвонил? Ну, короче, не знаю. Человеком. Пусть почитают People Talk, как люди выкидывают собак из окона, избивая, и собаки умирают. Так что... Нет, да это все понятно. То есть Бог видит, как я люблю собак, и что мне здесь, блядь, опять оправдываться. Поэтому давайте по факту. Отстаньте от шведа. С Жиганом мы поговорили. Зоозащитники. Я очень жаль, что так получилось. Извиняться все равно не буду. Собакам завезу завтра хавчик и что-нибудь поговорим с собаками. Я бы себе взял кого-нибудь, но у меня Гуччи никого не пустит на территорию. Так что давайте, всех обнял. Что еще? Что еще? Мир? Мир. Давайте, да. Да, прикинь, блядь. Слушай, уехал-то как наш красавчик с двухстороннего воспалением, а? Пиздец. Блядь, главное, он же и так слабый, да? У него и зубов нету, ничего нету, ну, блядь. Ну почему-то только этот. Получается так. А мама что говорит? Мама что говорит? Неизвестно, что он сколько там продержится. Ну она, а куда его положили-то? Туда? В эту, что ли? Как ее? Где эта хрень вся лечится, блядь? Коронавирус этот. Коммунарка. Коммунарка, да. Туда увезли? Нет, в Клифен, в Клифен. А, ну здесь прям, что ли? Бля, ну дай бог, чтобы он выкарабкался, блядь. Мы с ним пообщались, кстати, после этого, как ты мне дал, блядь, общение вот это, ну, тут же он позвонил Геворию. Бля, опять симку менять из одного гандона, блядь, две симки менять. Да поменяй, а что тебе сложно, что ли? Есть симки?
Ну что ж у тебя нет симки-то? А синька есть у тебя? Ни синьки, ни симки, ни синьки, ничего нету. А у тебя что есть? Не, есть симка, но она не русская. Какая? Она испанская? Испанская, да. Хочешь, чем могу тебе дать? А мне желаете чай пожелать? Попей чай. Желаю что-нибудь. Пирожное съешь какое-нибудь. Есть что-нибудь сладкое захавать? Есть. Сейчас я принесу. Испанская. И разрешить проблему. В чем дело? Я разрешу проблему с ним, вот это обещаю. Он же что-то там хотел. Ты у меня уставший вид, блядь, сегодня. Ты долго спал. Ты долго спал. Я тоже. Ты же не знаешь, мы вместе живем, я тебе поэтому рассказывал. Ну все, выключи этот телефон, поставь, я говорю. Мусс, тарталетки и мороженое фруктовое. Что такое мусс? Мусс это такое пирожное, как я знаю. Ну давайте попробуем. А можно мне еще попить чай с чабрецом есть? Конечно. Вот, буду чай с чабрецом и с медом. Хорошо. И с лимоном. Хорошо. Сразу в чайник вам таким. Не, можно мне отдельно все, я потом сама там выхожу. На меня. Толстый планс. Ты пока все. Внутри. Мама теперь ставит. Золотая стружка там еще. Что там происходит с тобой после чего? Лагает эфир, потому что я в подвале прячусь от света. Сядешь, ладно, за мой руль, останешься у меня, завтра тебе. Теперь к тебе не дозвониться до меня, потому что у меня пиздец тут Кремль Смольный. Поэтому давай быстрее найди меня, пока тебе, блядь, из Иркутска не позвали домой. Чмо, блядь, ебаный.